Виновата. Нет. Я знаю, тут я ходила. Мне нечем учиться, пусть актив мне делают, тогда будет другое дело. То совсем сняли его везде, причем. И что-то хотят нереальное получить. Я сейчас просто веду, чтобы с утра показать, насколько отключили актив. Что сделали ноль. Не знаю, кто сейчас тебе говорили, мне конкретно все сказали. Актив включит в определенный час, когда ты будешь вести трансляцию. На час ровно. В 14:08 все пытаюсь уже третий день просмотреть. Еще хуже актив стал, чем было даже 2 дня назад. Скоро они вообще на ноль сделают. Отношения отца и сына, такая родительность там, такая искренность. И простите, если что, кто-то прав? Ну ладно, ребят, вы можете выходить, потому что я буду фильм смотреть. Я болтать не буду, потому что это вообще умалишенством попахивает. Спасибо, Кость, спасибо. Спасибо. А я не выхожу, я вот так сижу. Елен, пока-пока. Кому это надо? Спасибо, Елен.
Ой, спасибо, Кость. Спасибо. Спасибо. Тут ждать-то нечего, ты видишь? Смотри. Тебе все понятно теперь? Все понятно. Если будете в Нью-Йорке, посетите отель. Мне все. Добрый день, здравствуйте. Что вам угодно? Хочу заказать номер 14. Одну минуту, да? Мне полностью все понятно. Могу вам помочь? Хочу снять номер 14. Раньше там проживали слуги. Говорят, все дети сильные там и умерли. От туберкулеза. Как раз там гости говорили о странных звуках. В полночь там слышится всякое разное. Мой вам совет, закройте изнутри дверь на замок. Кость, мне все равно. Они не убрали его до минуса. Не сделали мне его, как будто у меня подписчиков. Сейчас, сейчас. 10 тысяч. Номер 14, 10 тысяч. Да, удачи. Посмотрим. А просто так. У вас. На нервишках поиграть. Да, к такому я, конечно, не привыкла. Не привыкну, наверное, никогда. Композитор Габриэль Ян. Монтажер Питер Бунин. Это не то, что некрасиво, это подло, отвратительно. Оператор Бенуа Дилон. 400, представляешь? 400. Спасибо, Кость. Хозяйка миссис Кларк утверждает, что с тех пор, как приобрела гостиницу. Яичница по-бенедиктински роскошна. А если позвонить заранее, миссис Кларк испечет свой знаменитый шоколадный торт. По шкале страха я бы дал Whipping Beach Inn 6 часов. Черт, 5 черепов. 10 это не спит. Тут все равно не с кем батл даже делать. Триста уже. Кость, ну я... Ты понимаешь, да? Я без... А, да. Это вы, да. Точно, сходство есть. Хороший снимок. Спасибо. Так, сейчас. Да. Книголюбы, внимание. У нас в гостях видный писатель, оккультист Майкл Энсли. Он автор... Еще хотят, чтобы я что-то принесла. Как жить с призраками? В числе его работ 10 гостиниц с привидениями, 10 нехороших кладбищ, 10 маяков с чердачинкой. Сегодня ровно в 7 вечера. Написать ему было приятно. Понравится кино. Или понравилось читать. Но бояться надо. Посмотри, комната 14.08, кстати. Вообще, вот реально классный фильм. Посмотри еще раз, я смотрела, знаешь, сколько? Раз семь.
исчезла из дома в Миннесоте, где они зрели дома, бросила ребенка в колодец. Ой, какой-то мешок. Вы видели полтергейст? Я очень методичен и уезжаю с техникой. Нет, не левая, я не понимаю, почему ты не понимаешь. Тебе показываю, Костя понимает. Все говорю вроде. Клей кое-что раскопал, будешь доволен. Он навел справки. Оказывается, ты сидишь, есть прекрасный федеральный закон. Что-то насчет дискриминации. Ты законопослушен. В общем, закон есть, да, Клей? Итак, если номер свободен, его обязаны сдать. Точно? Надо быть тверже, как мы. Спасибо, Костя. А если что, мы устроим шум, подадим в суд. Спасибо, Клей. Исчезни. Счастливо, Клей. Давай, слушай, так, в личном аспекте, ты точно хочешь? Как понял. Сейчас съехали, все равно мы выиграем этот батл. Это ведь не будет, после всего. Ты точно этого хочешь? А я быстро. Будешь звонить, Филипп? Нет, зачем беспокоить? Я один, домой идем. Ну, вот утром я отправлю им даже вот сейчас после трансляции часовой и скажу, что так нельзя делать. Приехали, Дельфин. Спасибо, спасибо. У меня на контенте достаточно хороший актив. У меня видео по 9-10 тысяч в день. Просто трансляцию не это самое, не крутит. Специально актив убрали до нуля. А в чем дело? Не признаются. Говорят, ходи он на то, 4,5 часа сиди. Вы подождите минуту, Свеж. Да. Мне сейчас что-нибудь, кстати, сердце болит. Не да, я вот. Я был Майкл. Где он? У моей службы. Хорошо, я сейчас. Я. Типа нашли 5 симпатичных девочек, у которых актив снизился. Одну минуту, мистер Энкли. Добрый вечер. Возьму багаж. Боже, уже 500 стало. С добрым утром, что ли? Если я могу чем-то помочь вам, то буду очень рад. Заказ ресторана, билет в театр, бейсбол, что угодно. Ой, да какая фабрика звезд? Ой, было бы чего. А, батл, поэтому. Понятно. Да ладно, Кость, этим у меня уже свой план действий. А, свой план действий уже тебе рассказала. И даже не хочу, у меня вот сейчас реально сердце поджимает. А, и не хочется даже. Я знаю, в чем дело, и ты знаешь, в чем дело. И мы понимаем. 14 ну, тут бесполезно. Да. Хорошо. Меньше забот при ночном бдении. Желаете сигару? Нет, спасибо, я бросила. Ну, на тот случай. Если вдруг вспыхнет атомная война, я бросил и давно. Привычка. А этот, этому я посылала. И не раз. И днем посылала, и... Я чем касаюсь? Да, сэр. 39-й год. Коллекцион. Коллекционный. Костя, ты пил коллекционный? Он не алё, да, он все алё, просто шифруется. Кость пил? Все он не реже, он заходит только не к нам. Никто не продержался дольше часа. Пила коллекционное? Ух ты мой. Вино. Надо в покрасить волосы золотом для эффекта. А то неубедительно, сказочки для детишек. Зачем вы издеваетесь? Я искренне, насколько у моих сил, пытаюсь помочь вам. Нет, вы видите.
играете игру, интригуете. Но рано или поздно вы дадите мне ключ, я поднимусь в номер, напишу свой рассказ, и к вам повалят толпами. Не против, если мы... Реклама, блин. Вдруг запишут нашу беседу. А, Юрий, привет. Да, не знаю, я тоже была коллекционер, вот такое прям, знаешь, чтобы это... Ну, что-то я в нем ничего не поняла, прикола. Спасибо, я мешочек. Чачу, кстати, я тоже пробовала, чачу. Мешочек дали, да. Мешочек дали. А чего эти призы, Кость? Ты хочешь, чтобы народ пришел? На мою бытность там умело четверо. Четверо. И я запретил сдавать номер 1408 после последнего случая. Последний Дэвид Хайкер, тот он подвержен депрессии, истек кровью. Небольшая хирургия на себе, самокастрация, да? Небольшая хирургия сама на себе, Кость. Слышишь, какие тут вещи творят? Спасибо. 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 Тут, короче, самохирургия уже идет в фильме. Спасибо, Кость. А вы в своих изысканиях учили 22 смерти от естественных причин, случившихся в номере? Естественных? Нет, не выживший. Я же другой фильм смотрел. Комната 1408. Число умерших в номере достигло... Невезучий. Не дурите меня. Как называется еще раз? Выживший. Ну ты что, гонишь? Выживший — это с Ди Каприо за то, что он получил этот Оскар наконец-то. Он получил Оскар. Это бла-бла. Читайте, мой кабинет к вашим услугам. Можете делать выписки, вставить в книгу. А, рассказ Кинга. Еще есть другой, короче, выживший. Я не знала. Подожди. Этот... Его сделали в фильм, короче. Как называется, короче, чувак, который сидит там... На Мэ называется сейчас. И смотрит на моря. Как же он там... А у меня показано, что батл идет почему-то. Сто семьдесят... Сто семьдесят... Сто шестьдесят восемь. Игорь, привет. Ты мне так и не сказал, короче, как называется чувак, который смотрит на море, сидит на острове, на букву М. Прибыл первую неделю после открытия в октябре 2012 года. Это не самое страшное. Потом, опомнившись, я попытался его защитить. Вот. Видите стихи? Да. Все верно. Смотрел? Смотрел фильм? Сделайте снимки в 14.04, он точно такой же, никто не заметит разницу. А зря. Начали. Вашим читателям просто нужно пощекотать нервы. И вот рассказывал, я этот фильм смотрела еще в кинотеатре, когда была премьера. Ай, hello. Смотри... Джан, thank you. Thank you. Смотри, это... Батл, короче. Не кончается. Кстати, вы меня удивили. Гарри Поттера, но... Да, меня вот и показывает, что все, батл идет, идет, идет. Долгий путь домой.
И помнишь, как? Джан, thank you. А, так у меня тоже пусто, просто нас зажато, короче. Не-не-не-не-не, вот 47 секунд, 47 секунд. Спасибо. Нет, не видела твой зонтик. Я твой зонтик брала, он маленький, удобный. У меня здесь ничего не определилось. Вот есть только в списках подарков Константин. Смотрю, Кость. Слышь, у меня тут все. Кроме тебя батла никто не подогревает. Кстати, тоже мой любимый актер, вообще не стареющий. Вечно застрял с 70 лет. Ну, сейчас, конечно, он посидел, но, в принципе, для его возраста ему 80 с чем-то шикарно выглядит. Спасибо, Кость. И я смотрела, когда в кинотеатре этот фильм, потом в лифте спускалась и, короче, боялась. Но фильм-то когда был уже давно? Слушай, ну не все так выглядят хорошо, Кость. Не всем. Не всем. Не всем дано. Не всем. Не все лицо в морозилке хранят, как говорит, знаешь? Спасибо за огонечки, за... ЛБ, спасибо. 14.08, да. Здесь мы расстанемся. Что берег? Глаза? Я просто отвлеклась. Чего берег? Тут просто про глаза идут речь. У меня мысли застряли. Выковырял самого себя. Ну, у нас прям такие темы, это самое. Еще бы, знаешь, так делать в этом трансляцию в морге. Кто в морге работает, такая ночная трансляция из морга. Ой, сейчас пройдемте мимо. Берег, ну не от всего не убережешь. Кто-то, может быть, все зависит от нервов. А кто какой по нервной системе. Спасибо за огонечки. Азиз Бек, спасибо тоже за огонечки. Не знаю, этому фильму уж лет, наверное, 12. Да, вот там вообще ноль. Почему Влад не стала? Кость, спасибо. От чего?
Ну, понятно, что каждый от всего, но молодые, жалко. Сейчас у многих мужчин особенно, причем такого, они спортивного телосложения, ходят в зал, кажутся такие атлеты спортивные. Потом раз, тромб отрывается, и все. Игорь, да. Так, у нас какие-то темы вообще пошли, это же. Кто хочет на трансляцию жесткача, заходите в кайс, да? Кто кому ребра? Кто там перековырял, кто съел сам себя? Скальпель и так далее. Ну а что? Что-то новое, зато интересное, да. Ну, на любителя. Вот, видишь, изюминка. Изюминка. Игорь, да, не у всех такое. Гребни. Я без него не смогу. Кость, без грибника, понимаешь, я не смогу. Да, спасибо. Не, я часто. Если грибник начнет, он заберет всю мою аудиторию. Мне страшно ему доверить свою аудиторию. Я не могу. Я же буду ревновать. Если он сейчас вместо меня сядет вот здесь в лайки, все, аудитория его. Грибника зови. Грибник, наверное, сейчас уж спит. Но он у меня всю аудиторию просто заберет. Понимаешь, Кость? И я буду вот в сторонке. Так нехорошо. Вроде выиграли, наверное, да. Доход бобов 15, значит, выиграли. А, золотой кубок, значит, выиграли. На большее мы надеемся, что кто-то ее просто... Спасибо, Кость. Спасибо. Тут и так уже и это самое помог. Спасибо. А ты картины какие любишь? Кость, спасибо. 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 Мне, кстати, в Крыму рисовали портрет меня. Кость, я выгляжу лет на 45, хотя это было 8 лет назад. Исторические смешкования. А я живопись, да. Да-да-да. У нас вообще у бабушки, помню, долго-долго это как картина висела, грачи прилетели. Ее любимая прям, и деда, короче, любимая просто. Она как без портрета. Ой. Я же грибника у себя не повешу. Все спрашивают у меня про парня. Парень у меня вообще грибник, любит грибы собирать.
Короче, у него началось уже тот по фильму, что он думает, что, короче, над ним кто-то здесь прикалывается, не верит еще своему сознанию. Пытается найти этому, в общем. Да. Не видела, не знаю. Я бы через те, если бы я вот на месте этого мужика была в номере, я бы вообще, мне кажется, я там Костя пыталась бы позвонить, но он вроде пытался позвонить, но почему-то я не по ним не помню, почему у него телефон не брал. Ты мне вот почему ты телефон не брала? Я бы уже 10 раз двух телефонов здесь сидела. А что мне? У меня... Видишь, даже температура адовая. Кость, спасибо. Спасибки. Вот я удивляюсь. Помнишь, Кость, к нему сейчас придет ремонтник кондиционера? А вот, неужели нельзя было вот вместе с этим ремонтником кондея выйти из этого номера? Объясни. Какие голены, что к нему этот пришел? Ты хочешь сказать, что вот он ни в каком номере не живет? По сути, все. Ну, короче, это типа, знаешь, этого, да? Остров проклятых. Есть схожесть. Не, я понимаю, что сюжеты совсем разные, но в чем-то схожесть есть. Юсер, спасибо за огонечки. Я проиграла. Да кто ж там такой вообще под утро? Классный попался соперник. Так, а что у нас тут? Ой, Костя, тут какая-то вот вообще... Какая-то игра тут непонятная. Короче, ерунда какая-то. Ой.
Вот, пришел кондиционерчик. Класс, актив. Да, пошло.